Во Владивостоке на Тобольской открыли новое место для отдыха и семейных прогулок. Сейчас завершился только первый этап благоустройства территории. Впереди у администрации города большие планы. Мы показали первый этап реализации этого проекта, а вообще здесь должен быть реализован такой полноценный, протяженный транзитный сквер, который свяжет третью рабочую и, ну, по большому счету, пройдет вдоль Красного Знамени и уйдет в сторону Шелтинской. Поэтому наши задачи простые – сделать территорию максимально комфортными благодаря всем источникам финансирования. Жигура привели в порядок, как бы, и там нужно будет дальше двигаться в сторону Баляева. Ну и здесь, от третьей рабочей, пойдем в сторону Шилкинской. Благоустройство территории прошло в рамках регионального проекта «Тысяча дворов». На месте заброшенного транзитного сквера появилась комфортная пешеходная зона, лавочки, качели, детские площадки, амфитеатр, освещение и видеонаблюдение. Эта территория заняла 4-е место, не победная, но, опять же, по решению нашего главы города, она была добавлена в региональный проект формирования Карфанской городской среды «Тысяча дворов», так называемая. И вот теперь мы стоим в красивом сквере, видим, как дети играются, как ходят, гуляют родители, взрослые, все довольны. Люди очень просили восстановить этот сквер. По решению Константина Шестакова это состоялось. Все довольны, все ждут вторую очередь. Люди активные, в соседних домах уже много сделали предложений, которые мы обязательно учтем в работе и сделаем этот сквер еще лучше. В честь открытия сквера провели яркий праздник. Жители микрорайона с нетерпением ждали этого события. Акцент был сделан сразу на двух детских площадках. Чудесный сквер, тем более рядом у нас тут киоск мороженого. Для детей это будет очень весело. Сделано все красиво для разного возраста. Лавочки, все, где можно присесть, удобные, облокотиться, если с ребенком. Качели, повторюсь, чистенько, аккуратно. Очень ждали. Здесь сколько раньше голуби были, вот это все. Сейчас очень довольны. Живем через два дома, будем каждый день здесь. Отметим, что поблизости в районе Жигура появилось еще одно современное пространство с дорожками, лавочками, качелями и озеленением. Его создали по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Юлия Ракоцкая, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.